А теперь о грустном. В Саратове сорван концерт известной американской группы «30 секунд до Марса». Выступление должно было состояться 12 марта в Ледовом дворце спорта «Кристалл». С раннего утра у входа в здание начали собираться фанаты. Уже к вечеру у «Кристалла» были сотни поклонников музыкальной группы, но попасть на концерт они так и не смогли. Музыканты не прилетели в Саратов, аэропорт закрыли из-за сильного тумана. Мы купили билеты за полгода, очень ждали, очень хотели попасть на концерт Джареда Лето. Простояли в очереди несколько часов, было очень холодно, но мы готовы были все вытерпеть ради концерта, но вот когда мы зашли, нам сказали, что он не прилетел и не прилетит. Очень расстроены этим фактом. Организаторы концерта уже заявили, что по купленным билетам в Саратове фанаты смогут пройти на концерты в любом другом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за плотного графика группа не сможет запланировать еще одно выступление в Саратове. Музыканты тем временем выложили в сеть видеообращение, в котором извиняются за сорванный концерт. Нашим друзьям, нашей семье в Саратове, нам жаль, что мы не смогли прилететь из-за плохой погоды и сильного тумана. Мы изо всех сил постараемся вернуться сюда. Мы скучаем по вам, ребята, мы любим вас. И обязательно увидимся с вами, когда получится. Тем временем организатор сорванного концерта на странице в соцсети предлагает фанатам посетить на выбор выступление Сергея Пенкина, посмотреть спектакль Романа Виктюка или полюбоваться на грузинский балет. В течение 5 дней пострадавшие зрители могут получить 5% скидку на все мероприятия организатора. Между тем, работа саратовского аэропорта была нарушена в течение 2 дней. Из-за тумана задержали вылет и посадку нескольких рейсов.